Добрый день, дорогие друзья! С вами Наталья Светлая и рубрика «За чашечкой горячего чая». Убираем от экранов мужчин. Сегодня о наших с вами секретах, о женских. Часто ли вы себя балуете? Вопрос. У нас есть на в неделе два волшебных дня – среда и пятница. В среду желательно делать аскез. Что это такое? Голодание. Не разрешать себе какие-то вольности, ну там булочки, пирожные. А в пятницу, это ведь день Венеры, день красоты, позволить себе то, что не хватает времени, скажем. Ванна с маслами ароматическими, зажечь свечи, порадовать себя. И я вам скажу, рядом мужчины будут просто счастливы, потому что вы будете наполнены.